Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. Мы знаем уже кучу кормов для аквариумных рыб, а вот лакомства встречаются крайне редко даже на канале ПАР. Но сегодня мы поговорим именно про лакомство, которое можно давать абсолютно всем тропическим рыбкам. Оно сейчас перед вами – это Tetra Fresh Delica. Его можно давать иногда в качестве основного корма, ну, например, 5 дней в неделю вы кормите обычным кормом, на 6-й день вы кормите их данным лакомством, либо добавлять по чуть-чуть к каждому основному кормлению. Инновационная технология, желеобразное такое лакомство, обеспечивает рыбкам естественный, разнообразный и здоровый рацион. Ну и, конечно же, вам, как хозяину этих рыбок, удовольствие от кормления и общения со своими питомцами с помощью такого необычного желе. Если присмотреться, то здесь нарисована артемия, потому что данный корм, он именно с артемией, но бывают именно вот эти вот Tetra Fresh Delica, другие вкусы, но вот сейчас у меня именно такой. Как я уже сказал, это натуральное угощение, которое подходит для любых декоративных рыб. Содержит цельные водные организмы, то есть в данном случае это артемия, а также, еще раз повторюсь, то, что они находятся в желеобразном таком состоянии. Ну, вы скоро увидите, когда мы сейчас будем кормить этим кормом рыб. И помимо всего этого, данное лакомство еще, конечно же, обогащено отдельно добавками, витаминами и питательными веществами, запатентованной формулой компании Tetra. Наверняка вам интересно, какие же еще бывают вкусы данного лакомства. Не буду скрывать, это мотыль, артемия, криль и дафния. Всего 4 вкуса. Упакован в стерильный, свободный от микробов, удобный пакетик, который выжимается, то есть так дозируется, так дается корм. Но с этим нужно быть осторожно, то есть с первого раза может получиться так, что вы дадите очень много, как это, в принципе, получилось и у меня. Также замечу, что каждая такая вот пачечка, каждый такой тюбик хранится не более 3 лет. И еще один важный момент, здесь не содержатся консерванты, что для меня, как для хозяина и для любителя рыб, это очень важно. Помимо того, что этот корм я давал рыбкам, конечно же, я давал его еще и креветкам, и улиткам, и смотрел на их реакцию. Они его тоже, в принципе, неплохо едят. Ну что, а теперь давайте все-таки вскроем эту упаковочку и пойдем посмотрим, как его будут кушать аквариумные рыбки.
не спешите, не давите сразу сильно, потому что может полтюбика сразу выйти. Что еще хочешь сказать? То, что данный корм, данное лакомство, особенно если вы чуть-чуть прижали посильнее, воду, конечно же, мутит, потому что это желе распадается на много маленьких-маленьких частиц, и, соответственно, вода становится мутная. Поэтому желательно, чтобы в аквариумах, которые вы будете использовать данное лакомство, были сомики, которые потом со дна все это дело подымут. Либо сомики, либо улитки, либо сомики и улитки, и, конечно же, креветки. Креветки тоже очень хорошо его едят. Друзья мои, на этом видео подошло к концу. В заключение скажу, что стоит данный тюбик, наверное, вы уже заметили сами, 497 рублей. На самом деле, не дешевое удовольствие, но иногда побаловать своих любимцев все же можно. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео. До свидания.